Роман Цвітан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик, інструктор з нами на зв'язку. Пане Романе, я рада вітати, рада бачити. Добрий вечір. Привітую, бажаю здоров'я. Пане Романе, ясно, тема яка. Я, колеги, попрошу вас вивести карту, але карту не України, а карту Російської Федерації, зокрема Білгородської області, для того, аби ми розібралися, що там сьогодні відбулося. Роман Григорович, власне, що сталося? Паніки, кажуть, настільки немає, що можуть навіть оголосити на вечір військовий стан і мобілізацію. Ну, это должны были раньше делать, понимая, что рядом идут боевые действия. Они бы уже давно оба объявили мобилизацию и военное положение. Это то, что должны делать любые руководители при угрозе непосредственного нападения армии противника. Потому уже просто опоздали, как и наши опоздали 24 февраля прошлого года. То есть по той же причине. Ну а то, что происходит сейчас, это продолжение действий российских граждан, которые уже больше 10, ну, наверное, 10 лет воюют, с 14 года воюют с российской армией, которая еще в 14-м вторглась в Крым и Донбасс. Я только знал десятки россиян, которые с российскими паспортами, именно россиян, которые просились к нам еще в 2014 году, просились в добровольческие батальоны, которые мы создавали на Донбассе. Я был советником, военным советником губернатора Донецкой области и этим вопросом занимался. В том числе было очень много россиян, которые пытались попасть, но я не мог их брать в добровольческие, так как нужно было украинское гражданство, а так и не были решены вопросы, связанные с украинским гражданством, потому россияне воевали против российской армии, против них на нашей территории, за свою свободу уже России, в качестве российских граждан в интернациональном легионе, который был создан и в правовом поле Украины, действовал. И вот они сейчас организовались в некоторые легионы, ну, названия там разные, но тем не менее это такое начало освободительного движения в Российской Федерации. Вот начинаем, это уже продолжаем, я бы не сказал, что это начало, потому что уже заходили в Брянскую область эти ребята, вот зашли и в Белгородскую область. Направление движения понятно, в сторону военных баз для пополнения, задача, скорее всего, пополнения оружием, так как они оружие и на поле боя получают, сами себе отбивают. Ну и, скорее всего, пополнение личным составом, потому что есть желающие вступить в эти легионы российские для выполнения боевых задач по уничтожению российского оккупационного режима. Если с военной точки зрения посмотреть, то это похоже, допустим, сегодняшняя акция, это похоже на разведку боем разведгруппы в качестве штурмовой роты, ну, может быть, усиленной штурмовой роты. То есть выполнили разведку боем, проверили режим обороны противника. Из-за того, что этого режима обороны просто не оказалось, зашли глубоко на территорию противника. И дальше, а дальше они уже будут освещать свою деятельность по дальнейшим своим шагам. Скорее всего, будет предпринято еще несколько такого рода атак и заходов пока в режиме разведки боем. Во что это может вылиться, ну, это уже будет зависеть от того, до какой степени такое движение будет поддержано жителями России или этих регионов как минимум. Ці легіони і ці люди говорять про те, що планується створення так званої смуги безпеки, зокрема на Білгородщині, для того, аби звідти не атакували територію України, мається на увазі, щоб не кошмарили, зокрема, і атаками масованими, які з того регіону відбуваються. Як довго можна в умовах, які є, утримувати ту територію, на яку вони зайшли? Чи як це відбувається? Вони зайшли і вийшли? Чи от як тут розібратись?
В режиме разведки боем, разведка боем выполняется в два этапа, то есть заход, а дальше определение задачи. Либо базирование, подготовка к следующему этапу, либо отход на стартовые рубежи после уже разведки и доразведки. Вот то, на каком этапе сейчас находятся российские легионы, скорее всего, говорит о том, что они пытаются забазироваться, ну или вступили в бой, они могут как и отойти, могут там остаться. Хотя для выполнения в той задаче, на которой они заявили о создании демилитаризованной зоны, для того, чтобы не могли российские войска доставать до Харькова, потому что Харьков, часть Харькова в руинах лежит как раз из-за того, что из-под Белгорода ведутся обстрелы, особенно ракетами С-300, неточными ПВОшными ракетами, которые в режиме уже наземных ударов они используют, россияне, именно из-под Харькова. Поэтому для выполнения именно такой масштабной задачи нам надо поставить такую цель перед этими воинскими формированиями об окружении Белгорода, то есть выходу за Белгород, на восточную окраину Белгорода. Это направление движения, которое сейчас, если оно дальше будет развиваться, то в принципе могут эти ребята обойти Белгород и дальше обезопасить Харьков, полностью обезопасить Харьков от работы армейских средств поражения. С-300 их можно тоже считать прифронтовыми армейскими средствами, так как неточная и недалеко идущая ракета. Так вот, для того, чтобы обезопасить Харьков, надо обойти Белгород. Не взять Белгород, там не надо в него заходить, а вот обойти, допустим, создать реальную систему безопасности, это действительно возможно. Для этого, правда, надо количество сил и средств разов, наверное, в 100 больше, чем сейчас есть, по крайней мере, той группы, которая зашла. Потому это может быть такая стратегическая цель, для выполнения которых вот сейчас пробуют эти войска, российские уже, можно сказать, войска, российские освободительные силы начали движение. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если в эту российскую освободительную армию начнут стекаться добровольцы, она начнет расширяться, создастся, допустим, несколько бригад на базе этой штурмовой роты или этих разделений, то тогда можно говорить о том, что может быть выполнена стратегическая задача окружения Белгорода и создания демилитаризованной зоны где-то до дальности километров 100 от Харькова. А этого хватит для того, чтобы обезопасить город от атак армейской артиллерии. Страшенні проблеми оголила ця історія для російського військово-політичного керівництва. По-перше, друзі, що з кордоном? Як так відбувається, що попри те, що ви шалені мільйони там просто вкладали в будівництво фортифікаційних споруд, зуби дракона ставили, траншеї рили, як так взагалі відбувається, що можна просто перетнути кордон та перетнути не просто там пішим ходом, а навіть може проїхати, можливо, навіть техніка якась. Хто за це відповідальний? Які голови полетять? Що робиться в Кремлі? Ну, Кремль далеко пока, по крайней мере, хотя не так далеко, как им бы хотелось. 450 километров от границы с Украиной до Москвы. Потому не так и далеко, как им кажется. А вот то, что губернаторы проспали, вернее, даже нет, не проспали. Им дали полномочия в прошлом году, объявили частичную мобилизацию, частичное введение военного положения на принятие решений губернаторов. Ну а губернаторы под эту дудочку просто списали миллиарды рублей на производство зубов дракона, скорее всего, на своих железобетонных предприятиях. Получили определенный гешефт с этого заказа, а потом, скорее всего, эти зубы дракона расположили, пофотографировали, а потом их сняли и продали. То есть еще раз получили гешефт. Но это старая советская, да и российская коррупция, никуда же она не девалась. У нас такая же, только у нас один раз успевают перепродать, а там два раза снимают. То есть там уже продвинутые, можно сказать, коррупционеры. Но если еще и третий раз попытаются нам эти зубы продать где-нибудь, то это уже будет третье, но это уже будет верх коррупции.
Но, а вот то, что у россиян нет границы, а ее реально нет, граница была оборудована в Советском Союзе по всем законам военного времени, ну, естественно, госграницей. Она действительно была реальная, там больше десятка тысяч километров граница была в Советском Союзе. А вот после того, как Советский Союз распался, Российская Федерация не удосужилась провести определенные мероприятия по укреплению границ. Они даже иногда не знают, где эта граница, реально не знают. То есть идут, пока не остановит окрик часового или пограничника сопредельного государства, стой, кто идет, или руки вверх. Ну, то есть вот у них как граница. После этого они там на какой-нибудь березке выцарапают, здесь был Вася или Ваня. И вот для них это вот эта березка, здесь был Ваня, является пограничным столбом. Ну, это метод научного тыка. То есть пока тыкается, пока идет, а вот пока пересталось, вот это значит граница. Ну, вот примерно вот так у россиян, вот такая у россиян граница. Все разворовали однозначно, то есть ничего они не сделали. На бумаге списали деньги, пофотографировали селфи и все. А границы как таковой полностью оборудованные, как вот сейчас у нас генерал Наев занимается северной границей, несколько генералов занимаются и восточными границами. То есть до такой степени у россиян просто не доходят ни мозги, ни руки, ни деньги. Деньги успевают разворовать по дороге, так сказать, по движению. Вот мы это видим. Но это их проблемы, они сейчас будут с ними пытаться бороться. Понятно, что губернатора, скорее всего, снимут этого белгородского там, или еще, может, брянского в том числе. Гладкова. А там рядом там Курский будет подпрыгивать между двумя огнями, подсиживать. Сейчас резко начнут они что-то копать, хотя не понимают, что это такое. Копать могут вообще в обратную сторону. А если еще с восточной стороны начнут копать, они же еще проблемы с восприятием сторон света, начнут откапываться от Москвы, это вообще будет песня. Ну, посмотрим за этим развитием событий. Будемо стежити, бо вони поки повідомляють, що вони набрали там полонених з числа цих людей, які з рейдом туди зайшли, і навіть повідомляють про ліквідованих. Більше того, говорять, що це терористичний акт, Україна, і Україна, значить, зайшла на територію Російської Федерації, Скабєєва це озвучує, власне, сама. Безперечно, паніка вона є, евакуація проводиться. Очевидно, останнє по цій темі сьогодні до вас, пане Романе, що важливо? Біля цього Грайворона, поблизу нього, знаходиться одна з центральних баз зберігання ядерної зброї Російської Федерації – «Белгород-22». Вона називається «Об'єкт-1150». Ну і, власне, повідомляють, що там зберігаються тактичні ядерні боєприпаси калібру 204 і 240 міліметрів. Також була інформація, що в істериці просто росіяни евакуювали, проводили процес евакуації цієї частини, очевидно, для того, щоб не дістались туди ті, хто зайшли. Ну, это, может быть, целью было движение, может быть. Хотя, исходя из, так сказать, подсветки самого движения, вряд ли. Почему? Потому что слишком оно в информационном поле засветилось. Если бы стояла задача, допустим, эту базу так немножко присоседить или хотя бы там покопаться, то это было бы тихо сделано, то есть без захода мощного и без танков, то есть это было бы совсем по-другому. Тихо зашли, забрали свое и ушли. Эти боеприпасы, мы о них знаем, это боеприпасы для артиллерии, то есть артиллерийские тактические боеприпасы. Они действительно там складировались, хотя сколько их там и реальное их, допустим, расположение, ну и количество в том числе. Об этом, наверное, и само 12-е ГУМО не знало. 12-е главное управление Министерства обороны Российской Федерации, которое отвечает за сохранность ядерных боезапасов. Вот они пытались их вывезти. Так вот то, что они их вывезли за несколько часов, говорит о том, что, скорее всего, за последние 30 лет, больше 30 лет независимости, российские прапорщики пропили половину этих тактических зарядов. Я вообще не знаю, что они за такое время. Переброска складов занимает иногда недели, не то что там за часы. Это просто нереально. Скорее всего, там есть момент, связанный вот с таким
пропитием этих боезапасов. Не знаю, где они вылезут и в каком месте. Но вот не просто так у израильтян появилось откуда-то ядерное оружие. А вот я думаю, один из вариантов это вот Белгород-22. А таких Белгородов только в Саратове 63. Там уже такие боеприпасы серьезные лежат, что если туда добраться стрижом, так там мало не покажется, наверное, всей Средней Азии. Ну, это такое, в далеком будущем, я так думаю. То есть работа по ядерному складу вот сейчас, она вряд ли подразумевалась, хотя общее направление вашей мысли, по-моему, правильное, с военной точки зрения. Пане Романе, я безумовно читаю вже коментарі і бачу, що пишуть про те, що ну Росія, значить, буде відповідати за те, що відбулося. Ну і власне і самі пропагандисти говорять про те, що треба готувати акт возмездія. А чи можна ще чимось нас налякати, враховуючи, зокрема, ніч останню? Та близько 20 вибухів пролунало вночі в Дніпрі. Безумовно, класно працює українське ППО. Ми збиваємо максимально з того, що можна. І я розумію, що ворог намагається виснажувати сьогодні нашу протиповітряну систему, особливо великих міст. Чого чекати у відповідь? Чи можуть бути от найближчим часом якісь серйозні масовані атаки? Чи мають ще вони чим? Ну, тут очень много таких контроверсивних суждений. Во-первых, росіяни самі ушли, исходя из своей уже правового поля, своей конституции, сами ушли из вроде как российской территории Херсона, с правого берега Херсона. Сами взялись и ушли. Ну а как нам не заходить? Это же территория уже в Конституции Российской Федерации. Ну они сами уходят. Они ушли из многих еще мест. С Изюма ушли, то есть из части этой области. Вот пытаются отходить, может быть, из Белгорода. Это же такое, как они к этому относятся, интересно. То есть, а сейчас вот мы, допустим, двигаемся в районе Бахмута, наступаем, так это мы куда двигаемся, согласно российской конституции? В России, в сторону российской Попасной, ну то есть, и чем они отвечают? Бегством Пригожина из Бахмута? Хорошие ответы. Ну то есть, мне, допустим, нравится. Начали двигаться в Бахмуте наши войска на окружение города. Убегает ОПГ Пригожина. Ну так а как это ОПГ Пригожина бросает российскую территорию? Это же они же там рассказывали. Так, он говорит, что он все сделал. Он Бахмут взял, концерт провел, там что-то они спевали сегодня. Он говорит, что, ну, собственно, друзья, я все сделал. Ну, он взял Бахмут физиологически, там за каждым углом физиологии их не осталось. И убежал, а убирать кто будет? Ну, то есть, здесь же в этот вопрос. Ничего он там не взял, все бросил и убегает. А как он убегает с российской территории? Артемовск, российская территория по вашим законам. Чего вы из нее бежите? Боритесь, воюйте, оставайтесь в Артемовске в вашем. Погибайте там, защищая, встречая грудью наши снаряды 155-е. 155 миллиметров арты. Ну, то есть, как-то вот у них восприятие действительности, оно какое-то такое гипертрофированное. Потому очень сложно ответить, а вернее, спрогнозировать их действия по заходу. А теперь самое интересное. Украинские войска, конкретные украинские войска, если исходить из российской конституции, сейчас наступают на российский Артемовск. И они ничего не делают, убегают. А здесь российские войска, это российские граждане, которые двигаются в сторону Белгорода, по Белгородской, то есть уже по Белгороду. Здесь они отвечают, пытаются, допустим, как-то ответить Украине. Ну, у людей конкретно с причинно-следственными связями полное отбитие. То есть у них этот ген, который отвечает за такого рода действия, у них он полностью отсутствует. Либо ген, либо психоматрица. Где-то они потеряли обучение по такого рода действиям. Потому не знаю, чем они могут ответить. Уже всем ответили. Чем только было. Даже вот по Х-22 рассказывали. Вот и Х-22 уже прилетело. Мы вот до сих пор их не сбиваем. Потому здесь второй вопрос. Потому что эту ночную атаку, которая была сегодня на Днепре, я бы не сказал, что мы ее отбили. Большинство ракет прошло, и тех мощных ракет.
5 Х-22, каждая тонна весом боеголовка, она дошла до своей цели, хотя цель размыта, я так понимаю, где-то поле по кромсали. Она ж не точная, там плюс-минус 300 метров, а таких целей-то в принципе в районе Днепра нет. Поля есть, вот по 5 ракет куда-то на поля прилетело, ну попали куда-то. Но, тем не менее, прошли. У нас нет в районе Днепра, я так понимаю, средств ПВО. То есть такое, таких средств, как есть, допустим, в районе столиц. Дай ей бог здоровья. Потому, а и вторые ракеты, два «Искандера» прошло, по крайней мере, тоже не сбили. Это уже ракеты баллистические, значит, там точно нет ничего противобаллистического, противоскоростного. А вот то, что сбили, 100% шахедов отминусовали, 20 шахедов, и 4 Х-101, которые шло с Каспийского моря, их тоже отминусовали. Здесь это такой 100% показатель работы нашей ПВО по простым, я бы сказал, целям. А вот тяжелые цели у нас еще есть и очень много, насколько я это понимаю, мест, куда баллиста может прийти и Х-22. Единственное, что радует, только не то, что радует, но, по крайней мере, есть понимание того, что Х-22, она все-таки 300 километров дальности. То есть не так далеко ее можно забросить, до «Искандер» 500, то есть до Львова не дойдет. Но есть моменты, связанные с еще неполным закрытием украинского неба. Полностью украинское небо могут закрыть F-16. Вот F-16 подойдут, тогда можно будет говорить о них. Про F-16 поговоримо сьогодні обов'язково. Ви бачите, як буквально ми з вами там два тижні не бачились в етері, але як змінилось кардинально підхід до цього питання. Я ще буквально одне перед F-16. Ну, в повітряних силах повідомили, що цієї ночі в територіальних водах на Херсонщині отрицательно взлетів Су-35. Що допомогло йому так невміло політати? Это система зенитная, это зенитно-ракетный комплекс. То есть какой уже там в зависимости от дальности, но не маленький. То есть это если он упал в районе Железного порта, значит, заходил, скорее всего, со стороны Крыма через Черное море, ну и его снесли зенитно-ракетным комплексом. Ну, значит, те поставки, которые нам обещали партнеры, они выполняют. И зенитно-ракетные комплексы уже большой дальности стоят на боевом дежурстве. Тут большой плюс. Ну и еще большой плюс о том, что не только ж этот Су-35, до этого снесли 3 Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области, пока вас не было. И надо не забывать о Су-34, который еще 3 марта снесли наши в режиме такой ракетной засады со стрельбы навскидку, она еще называется, в районе Енакиева, то есть 3 марта этого года. Неплохо работают наши хлопцы, которые осваивают, довольно-таки отлично осваивают западную технику, причем креативят. Стрельба навскидку ни одним, наверное, западным обществом, ну, военным не проводится. А наши работают и довольно-таки успешно. Вот 5 бортов под Клинцами положить со стрельбы навскидку, это, ну, молодцы. 5 баллов. Ну, і сьогодні була інформація про те, що іглою вдалося Мі-24 приземлити, той, що крокодил. Да, это крокодил. Я просто на нем летал. После истребителей немного полетал, когда переводили нас с Л-39 на Ми-24. Хорошая машина, но, конечно, она не защищена от систем поражения, особенно ПЗРК. Как бы ни двигался вертолет, это не самолет, уйти не может, противоракетного маневра выполнить не может. Потому если головка захватила перед ПЗРК, то это практически, особенно если еще две ракеты пошли, то это уже 100% сбивает самолет. То есть у него живучесть очень низкая на поле боя. Ну вот россияне, тем не менее, пытаются на них подходить. Вот опять же, крайне пуганных идиотов. Ну любой ПЗРК, ну 5 километров, ну нельзя же ближе к 5 километров к линии фронта подходить, ну снимут же, это же 100%. Ну вот эти 100%, на эти 100% на этот товарищ нарвался. И он не один.
Они где-то, ну, скорее всего, летают, уже начали желторотики. Ну, исходя я из... тільки от про це, Роман Григорович, хочу спитати. От ми бачили частково, звичайно, нам дають цієї інформації дозовано про те, про прізвища тих пілотів, зокрема, і які там на території Російської Федерації приземлились, про які ви говорите. А от з числа тих, що в публічній площині, вам знайомі були ті прізвища? Це були люди ще з числа професіоналів, чи це вже ці желторотики, про яких ви говорите? Они это зеленые все, я таких фамилий даже не. Это желторотики, профессионалов позбивали в прошлом году. Их подставили просто, тех, которые могли летать, именно профи с большими налетами, ну то есть летчики, которые выполняли боевые задачи в течение там нескольких десятков лет. А их просто подставили, кстати, подставил тот же Коношенков и вот это вот трепачи, российские, которые сыграли нам на руку. Им надо украинские звезды героев выдавать всем этим Скобеевым. Они же несколько недель рассказывали, что полностью уничтожили систему ПВО украинскую и украинскую авиацию. Разбили все и вся еще в два раза больше, чем у нас было. То есть где-то достали еще и еще раз разбили. И, естественно, это ж начесали летунам в том числе. И они несколько недель думали о том, что нет ПВО и нет авиации в Украине. И мы за это время посносили их, ну, несколько сотен бортов было снесено как раз в таком режиме, пока до них, это ж мокрый фитиль российский, он пока, они его высушили, пока он догорел до них о том, что есть и авиация, есть и ПВО, а еще и ПВО начали давать наши союзники. После этого, как бабка пошептала, они оттянулись от линии фронта, но уже были уничтожены профессиональные летчики, а те, которые остались в живых, вот почему говорят «сбитый летчик». Летчик, которого сбивают, он катапультируется. После катапультирования удар по позвоночнику, удар, ну, катапультирование происходит с перегрузкой где-то ударной под 18 единиц. Наземная 12, вот каждый год летчика катапультируют с земли для выполнения тренировочных катапультирований, а в воздухе 18 единиц катапультирования, там позвоночник весь в плавке высыпается, ну и головой сверху накрывается при таком ударе. Потому сбитый летчик, он если прыгнул, катапультировался, уже врачи, хирурги особенно, очень, ну, практически списывают сразу с истребителя, может быть, на какой-то другой тип самолета, там, на транспортник или еще куда-то, почему и говорят сбитый летчик в этом смысле. Так вот, после катапультирования мы несколько летчиков подбирали, то есть, и потом обменивали, они же потом уже не летают. Ну, их просто не пустят в полет, вот именно по здоровью. Тут после наземных катапультирований каждый год позвоночник сжимается где-то межпозвоночные диски с сантиметра до полусантиметра. Потом и грыжи шморля, и протрузии, и что угодно. Это просто у летчика, который не катапультируется только на земле, на тренировочном. Потому летный состав, он выведен из строя, тот профессиональный российский. А сейчас однозначно летают желторотики. То есть без определенной профессиональной подготовки. Причем эти желторотики, может быть, и по 50 лет. Просто давно не летали, их восстановили как-то. Но летчик летать должен чуть ли не каждый день. Ну, через день это точно. Шучу, конечно, ну где-то в таком, чтобы не терять своего профессионального навыка. И вот эти желторотики, естественно, они ну, просто прощелкивают линию фронта, прощелкивают время нахождение в воздухе или там выхода под луч локатора. Очень много таких моментов, которые никогда не сделает профессионал и практически всегда делают желторотики. Вот этих желторотиков мы и сшибаем. Пан Романе, чому запитую про пілотів?
Чому запитую про пілотів? Бо британська розвідка каже наступне, що Росія, ймовірно, буде створювати нове елітне ударне авіаційне угрупування під кодовою назвою «Шторм», яке буде діяти над Україною. Це буде підрозділ, який буде складатися щонайменше з однієї ескадрилії винищувачів бомбардувальників Су-24, Су-34, ну і також ескадрилія ударних вертольотів. Ну і, власне, кажуть, що туди будуть залучати висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі стимули до оплати праці. То я от до того, що буде за такий шторм в небі? Та у нас був такий під Бахмутом, казали, шторм Z називались. Вони там під дулами автоматів фактично працювали, своїх же. А це буде от таке щось в небі дивне. Ну, хорошо, хоть не британські учені, тому що британська розвідка – щось новеньке, тому що британські учені дуже багато чого наговорили за последние 20 лет и про протепление, про зеленую энергетику, и чего они только не рассказывали. Никто их просто поймать не может и найти не может, этих британских ученых, потому британская разведка, ну, может быть, это и есть британские ученые, и их не найдут. А то, что россияне пытаться будут создавать, честно сказать, немножко непонятно зачем и почему. У них есть эскадрильи Су-24, Су-25, вертолетчики. То, что раз они уже собираются как-то их создавать, это значит говорит о том, что у них не просто желторотиков, ну, то есть желторотики летают, а у них тогда уже и желторотиков не осталось. Ну, то есть не осталось тех, которые могут создать полноценную эскадрилью или полноценную, допустим, полк или бригаду, как у них полки. То есть вот это уже проблема. Значит, будут набирать, а только кого они будут набирать? Они, скорее всего, постараются набрать с помощью каких-то меркантильных заманух, таких поднятием финансового обеспечения, набрать старичков типа меня. Там, особенно на Су-25, которые летали в Афгане, Су-24 также использовались. То есть армейская авиация, вертушки – те же. То есть, скорее всего, подымут афганцев, нам уже где-то лет по 50, вот, вернее, под 60, мне 60. То есть, вот 60-65-летних дедов постараются подтянуть каким-то количеством валюты. Здесь не сыграешь на каких-то качествах, ну, чего-то, на чем-то другом, на идеологии. Валюты, ну, опять же, в таком возрасте, ну да, вот у нас, допустим, у меня 1800 часов налета только. То есть у хлопцев такого же уровня, как я, тоже под 2000 часов. А вот ну, нас с места сдернуть там какой-то тысячи долларов не получится, и 10 не хватит. Потому разорится российский бюджет, профессионалов, допустим, поднимать, но опять же, сходу, это ж надо восстанавливаться, там целые процессы по восстановлению, те, которые знают, как летать, как воевать и как выполнять задачи. Я не думаю, что они соберут достаточное количество летного состава. То есть опять, скорее всего, соберут желторотиков, которые под видом какого-то профессионализма постараются выполнить боевые задачи. Но с нашей ПВО, которая сейчас есть, и с объектовой, и с армейской зенитно-ракетными комплексами, в том числе и из ПЗРК, это и всем штормом, тайфуном или чем там еще, подводным вулканом, как они еще могут себя там назвать, ничего не светит. А после захода F-16 это уже смертники. То есть против этого самолета, против F-16 новых модификаций, ни один из тех самолетов, которые неуловимая британская разведка называет, ну, нет шансов абсолютно. Я так розумію, що, можливо, вони, власне, і такі підрозділи створюють десь і на противагу F-16, які буде мати Україна. І вже так приємно говорити ствердно, що Україна таки буде мати. Ми не знаємо ще достеменно скільки. Приблизно розуміємо, що це буде не скоро, не за місяць. Наші вчаться, я вже так розумію, чи будуть тільки приступати до цих навчань. Що стало каталізатором зміни цього принципового рішення? Того, що ця коаліція винищувачів таки з'явилася. Та? Ну, тобто прийнято рішення остаточно ставити крапку з Росією нашими руками?
Ну, я заметил ту закономерность, о которой я уже последние, наверное, полгода говорил. Закономерность о договоренностях о непередаче F-16, политических договоренностях, геополитических, о непередаче F-16 Украине и непередаче Су-35 Ирану. Так вот, в прошлом месяце Су-35 Иран получил некоторые, по крайней мере, первые партии, а в мае он получит их полностью, 24 самолета, от которых отказался Египет, это экспортные варианты. А иранцы просят 60 самолетов Су-35. Так вот, скорее всего, сломались эти договоренности. На каком этапе они заключались? Ну, я подозреваю, что это еще был в прошлом году Беннет, Израиль вместе с Абрамовичем потоптался. Они очень рьяно тогда все эти темы толкали сдачи украинских территорий. Видать, продали Крым, Донбасс и сухопутный коридор и сами убежали с этих должностей. А теперь пришел Нетаньяху, я ж не знаю. Деньги получил, денег уже обратно не получит. То есть продали, дальше решили как-то это дело устаканить с Путиным, ну, естественно, подключив лобби уже еврейское в самой Америке. И вот эти договоренности были до того момента, пока иранцы не остановили поставки шахедов в Россию, требуя передачи Су-35. Иранцам же эти договоренности до лампочки. После того, как россияне потоптались где-то с месяц, вы помните, был где-то месяц-полтора, к нам шахеды не шли. То есть да. Все думали, что Они закончились. Да, что они закончились. А это просто иранцы выкручивали руки россиянам. То есть они дали им попробовать. Знаешь, Восток. Дали попробовать, это как пахлаву. Вот попробуй, а теперь хочешь еще, да, плати. И вот та же самая картина. Дали попробовать шахеды россиянам, им понравилось высушивать нашу систему ПВО. А дальше вы начали выкручивать руки россиянам о передаче Су-35, как и было стартово договорено. И, скорее всего, эта договоренность была сломана. То есть уже договоренность Беннета израильтян, связанная с непередачей нам F-16 в том числе. И так как начали появляться Су-35 и Урана, еще раз повторюсь, в мае они их получат, первую партию, то есть египетскую. Ну, естественно, решился вопрос, вот как он вот так решился. Раньше не решался, полгода назад или с лета месяца, с лета было выделено 100 миллионов на подготовку летного состава. И вот как бабка пошептала, до сих пор мы этот вопрос не могли сдвинуть с мертвой точки. А значит, вот эта договоренность, она понятна, она сейчас уже просто видна. И сразу пропали разговоры, что гранаты у них не той системы, они там все пьяные украинские летчики, летать не могут и не смогут даже близко подойти к самолету. А тут оказалось, у нас оказывается летчики еще лучше, наверное, всех в мире. То есть после 8 лет полетов в метре над подсолнухами, пробираясь под локаторами российских РЛС в районе Донбасса, выполняя боевые задачи. Оказалось, у нас еще хорошие летчики, которые F-16 освоят за несколько месяцев. То есть это же просто так не делается. Значит, вот эта договоренность, она рухнула. После этого, естественно, возник вопрос о уже политическом решении. Он раньше возник, он вот не вчера и не позавчера возник. То есть сначала было политическое решение о передаче нам F-16, а потом, естественно, и вся эта коалиция, это уже технические моменты, связанные с уже готовым. Пане Романе, на осінь? Наконец лето, на начало осені. Чекаємо і готуємось. Спасибі вам величезне. До зустрічі за тиждень, пане Романе. Роман Цвітан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор в нашому етері. Дякую. На цьому буду прощатися.